Отец спрашивает: «Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран заморских?» «Зашибись, папенька. То есть мы, значит, никуда не едем?» Законы жизни. Ошибки врачей лежат на кладбище, а ошибки учителей заседают в парламенте. Плывет по реке крокодил. Видит, на берегу обезьяна шкурку от банана стирает. «Обезьяна, ты чего делаешь-то?» «Дай стольник, скажу». Но крокодил думал, а самому-то очень интересно. «Ну ладно», думает, «дам уж». Дал, а та ему отвечает: «Шкурку от банана стираю». «Ты что, дура, что ли?» «Ну, дура не дура, а свою 1000 в день имею». Разгневанный покупатель начальнику: «Слушайте, где вы только таких дебилов находите?» «Не знаю, у нас этим отдел кадров занимается». Встречаются две подруги, одна хвастается другой: «Смотри, какой новый браслет у меня». «Да, красавец. Интересно, сколько же ты за него дала?» «Ну, не помню, раза 3, наверное».